Всем привет! Ребят, кто-то говорил, что очень дорого, но хочу все-таки поделиться и рассказать, насколько комфортно еще здесь и номера. Это не то, что маленький номер. И сейчас расскажу, что сюда еще входит. Вот смотрите, это две раковины, большая, огромная душевая. Видите, все чисто, все прекрасно. Верхняя лейка, такая лейка. Другие удобства. Так, дальше показываю. Дальше, что здесь есть? Здесь есть чайник с кофеем, с чаем, который каждый день пополняется. Еще есть бар, которые тоже каждый день пополняют. Это все входит уже в стоимость. Вот соки. Здесь еще холодного чая нет, мы уже выпили. Вот, пивко даже приносят. Это уже тоже входит все в эту стоимость. И вот такой огромный номер. Видите? Вчера даже еще нам венцо приносили. Но мы его отказались, потому что мы его не пьем. И фрукты принесли. А еще у нас замечательный огромный балкон. На котором, кстати, что немаловажно, можно курить. Да. И вот такой вот большой балкон, на котором можно повесить еще. Есть сушилка для белья. Это тоже очень важно. Поэтому я считаю, что очень оправдана цена и качество. Вот. Вот такой обзорчик вам сделала, где мы живем. Вот мальчик принес и все накладывает. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь переходим сюда. Сейчас я вам тут покажу, что здесь. Это кондиционер для волос. Это тоже кондиционер для волос. Это тоже кондиционер для волос. Это шампунь. Соответственно, это тоже шампунь. Это боди-шампунь. Так, это тоже боди-шампунь. Это кондиционер. Другой кондиционер. Так, это лосьон для тела. Это мыло с замечательным запахом. Это, сами понимаете, это ватные диски. Потом ушные палочки такие. Это, по-моему, шапочка для душа. Это стерильная, по-моему, салфеточка. Мочалочки. Пена для бритья и станок. Расческа. Пилка для ногтей. Это бумажные полотенца. Вы представляете? И вот это все каждый день меняется. Вернее, не меняется, а пополняется. Если израсходовали, то пополняется. Так что тут одной косметики много. И запах очень приятный. Косметика вся приятная. Также в номере еще для вас положили тапочки. Для вас есть сейф. И еще есть два халата. О, ну, как-то так. Ну, все, я пошла на море. Пока-пока.